Здравствуйте! Сегодня мы детально разберем маркетинг-план вознаграждения партнеров в рамках проекта Delta Money. Для активации доступны три площадки – Rise, Stab и Tops. Все они работают по единому алгоритму. Главное отличие – стоимость активации и сумма вознаграждений. Площадка Rise. Стоимость активации – $11. Вознаграждение за завершение площадки – $88, минимальное – $111, максимальное. Площадка Stab. Стоимость активации – $33. Вознаграждение за завершение площадки – $264 минимальное, $333 максимальное. Площадка TOPS. Стоимость активации – $99. Вознаграждение за завершение площадки – $792 минимальное, $999 максимальное. Вознаграждение зависит от текущего состояния фонда свободных средств. Система автоматически регулирует суммы в зависимости от активности участников. После активации вы занимаете верхнее место на первом шаге своей площадки. Для начала движения вам необходимо пригласить двух партнеров на нижние позиции в первом шаге вашей площадки. После того, как вы пригласили двух партнеров, вы переходите на второй шаг своей площадки и занимаете верхнюю позицию. Для дальнейшего движения на площадке вы должны дождаться своих партнеров, которые последуют вашему примеру и также перейдут на второй шаг. Когда вы завершите третий шаг, вы получите выплату, минимальную либо максимальную, в зависимости от состояния фонда свободных средств, и вы снова реинвестируетесь на первый шаг, все ваши партнеры будут следовать за вами. Любая установка нового партнера на площадку происходит по единому алгоритму, будь то реинвестиция, обгон, либо перелив. Все новые участники в первую очередь устанавливаются на первый шаг к своему прямому спонсору, на первое свободное место слева направо. В том случае, если у спонсора не нашлось мест на первом шаге, алгоритм начнет поиск свободного места на первом шаге в структуре спонсора. Партнер будет установлен на свободное место в первом шаге среди всей глубины структуры спонсора. Такая ситуация называется перелив. Она позволяет активному спонсору распределять своих личных партнеров среди всей своей структуры автоматически. Также данный момент позиционируется как пассивный доход, когда активный спонсор закрывает площадки своих партнеров переливами. В том случае, если у спонсора и его структуры не нашлось свободных позиций на первом шаге, алгоритм начнет рассматривать вышестоящего спонсора, включая его структуру, во всю глубину. В данной ситуации новый партнер будет установлен на свободную позицию в структуре вышестоящего спонсора. Вот так работает единый алгоритм для установки партнеров, будь то первая установка при активации площадки, либо переход на следующий шаг, либо реинвестиции, либо же перелив. Всегда учитывайте данные правила для построения структур. Это поможет выйти на стабильный доход вам и вашим партнерам.